Приветствую вас. Значит, смотрите, ну, я думаю, что здесь нужно по-хорошему проконсультироваться вам и вашему мужу, вот, отцу ребенка с психологом, потому что что-то вы делаете такого, что вашему ребенку не то чтобы прямо не нравится, да, вот я не могу сказать что-то прямо вот можно сказать, что не нравится, да, то есть не то чтобы что-то плохое это было, да, а скорее вот именно что-то. Что-то такое, что ребенку прям вот не очень по душам, то есть что-то, что его не удовлетворяет. Вот, и, конечно, понять, что именно происходит, достаточно сложно, вот, потому что как бы я не буду даже вот скрывать этого, да, понять, что происходит, действительно очень сложно, именно вот в силу того, что очень мало информации, вот, очень мало информации. А хотелось бы, чтобы все-таки информации было побольше, потому что, ну, как бы это... Ребенок и лучше, конечно, если ситуация будет раскрыта прям вот на вообще на 100%. Вот. Вот смотрите, плохие мысли, да, лезет ребенку вообще в голову, плохие мысли. Значит, плохие мысли отражают, как правило, те посылы, которые есть у, ну, у него. То есть вот есть ряд посылов у вашего ребенка, именно ряд посылов есть, вот, которые он истолковывает вот таким образом. Таким образом, что это для него что-то, ну, что-то как бы, ну, негативно, вот, понимаете, какая история. И почему так происходит, нужно смотреть, то есть какие посылы у ребенка есть, да, вот именно посылы, какие посылы он получает от вас, от, значит, от отца, да, почему, например, на полном серьезе он считает, что, что ему там, ну, как бы, действительно еще рано там играть с, ну, другими детьми и так далее, вот. Понимаете ли вы, как бы, что дело здесь не в возрасте ребенка, да, не в возрасте детей, а совсем, как бы, ну, в других вещах, да, то есть дело здесь совсем в другом, как бы, дело здесь именно вот в том, как вообще
человек это анализирует, так, какие у него представления о себе, какие у него представления о других. Вот. То есть, есть у него, например, такое как бы понимание, да, того, что с ним что-то не так. Вот. И вот это, конечно, весьма серьезный аспект. Вот. Это весьма серьезная ситуация, когда человек, маленький человек имеет негативные представления о себе, искаженные представления о себе. Вот. Он говорит, что мешает, да, мешает. Что вот он мешает, как бы. Вот. Это означает только то, что он не адаптирован. Вот. И как бы то, что он такой вот, как вы говорите, ласковый там и так далее, да, это, ну, вполне может быть связано с тем, что недостаточно он взаимодействует с отцом. Вот, то есть у него есть ярко выражено ваше начало женское, да, вот, и слабо выражено отцовское начало, вот. То есть мужского маловато, вот, а хотелось бы все-таки именно вот, хотелось бы все-таки именно вот того, чтобы было поровну, вот. Или хотя бы, чтобы была удовлетворенность какая-то, да, ну, для ребенка его, ну, поведением, да, его позиции, вот. И именно об этом вам и нужно подумать, именно об этом вам нужно подумать. Именно об этом. Вот именно только об этом. Вот, соответственно, что у вас в семье, да, как вы взаимодействуете с мужем, какой у вас муж, насколько он взаимодействует с ребенком, да, насколько активно он это делает. Эти вот вещи все нуждаются в проработке, вот. Потому что, ну, понятное дело, что все это непросто, понятное дело, что ребенок чувствует себя как бы аутсайдером, вот, то есть неподспособленным. Вот у меня сложилось такое впечатление, что он излишне гиперопекаем, вот. То есть ему мало дается свободы, мало дается какой-то такой, ну, значит, площадки для креатива, вот, и, соответственно, по этой причине он себя так вот и чувствует, и по этой причине он себя ведет. То есть я рекомендовал бы вам меньше о нем беспокоиться, как бы, и наоборот, больше давать ему свободы, если вы этого не делаете. Вот это вот из, из самого очевидного. Вот. Ну, наверное, детские психологи скажут, что бы вы обратились к воспитателям, да, вот, чтобы вам, ну, чтобы воспитатели помогли, да, то есть, как бы, чтобы, ну, чтобы было, как был какой-то, ну, элемент кооператива в этом, но я лично категорически не
рекомендую привлекать в это дело воспитателей, потому что если дети узнают, что ребенок, ну, как бы, воспользовался услугами воспитателей, то ничего хорошего вообще не будет. Вообще ничего хорошего не будет. Вот так вот можно, в принципе, ответить вам на вопрос, который вы задаете. Давайте сейчас я еще посмотрю. Так, плохое желание. Так, значит, это негативное, ну, плохие желания — это негативный посыл, да, который ребенок чувствует по отношению к себе. Как ему помочь, как себя вести, что говорить в такой ситуации? Ну вот смотрите, он говорит, плохие мысли сами лезут, да, плохие мысли сами лезут. А какие это мысли? То есть, чего хочется ребенку? Чего не хватает? То есть, ну, что ему нужно? То есть, понятно, что мысли плохие лезут, а какие желания стоят за этим? Вот, ребенок-то, он же может, да, сказать, наверное, что, ну, чего ему хочется. Вот. Поэтому я полагаю, что именно так можно себя ставить. То есть помогать ему, помогать, да, ну, помогать, понимаете, помогать можно только в том случае, если человек действительно чего-то не может сам. Да, то есть, как бы, если он, ну, вот хочет чего-то, но не может, тогда в этом случае, да, помогать нужно. А в других случаях, в остальных случаях, я бы не рекомендовал помогать, да, потому что, ну, он самостоятельно должен справляться со своими, ну, проблемами. Вот. Ну, то есть, насколько это возможно, конечно. Поэтому вот примерно так я бы охарактеризовал это. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот, я еще раз повторяю, да, то, что отдаю себе отчет в том, что мало, то есть рекомендаций недостаточно будет, этих рекомендаций вам. Вот, отдаю себе в этом отчет. Но хочу, чтобы вы и вы тоже, в свою очередь, поняли, то как вы видите ситуацию с своим ребенком, да, и как она есть вот на самом деле, это, ну, к сожалению, разные вещи, и то, что вы вот думаете, может быть далеким от правды, далеким от истины, и, соответственно, требуется именно вот выявить эти аспекты. Ну, может быть, все дело связано с переездом, некоторые дети достаточно, ну, болезненно воспринимают переезд, вот. Такое бывает. Вот, может ребенок, ну, человек, ребенок может тосковать по старому месту. Вот. И здесь, конечно, ну, очень важно все-таки эти вещи понимать. Вот. Вот так вот, в принципе, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Из рекомендаций таких вот серьезных, да, я бы мог выделить побольше общения с именно мужчинами, да, то есть побольше с отцом взаимодействовать. Ему нужно,
Ну, то есть вот мне кажется, что это один из ключевых вообще аспектов данной истории, вот, чтобы, соответственно, отец взаимодействовал с ребенком побольше, вот, а вы, наоборот, поменьше. Вот. И чтобы, возможно, почаще, побольше играл с ребенком именно отец, вот. А не вы, например, играли, вот. Понимаете? Вот. Вот, в принципе, то, что можно сказать вам. Вот то, что можно вам сказать. А вот, в принципе, так я думаю, можно ответить. Его вот, впечатлительность, эмоциональность ребенка, это скорее то, что он перенял от вас. Вот, это говорит о том, что он, скорее всего, ближе к вам, чем к отцу. Вот. Но это, конечно, для него не хорошо, как видите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Вроде бы ничего не забыл, да? Давайте сейчас еще раз посмотрю. Вот. Нас недавно приехали. Так. А вот зачем ребенок вообще ходит в сад, Светлана? То есть, вот для чего в 5 лет ребенку уже в сад? То есть, как бы, зачем вы отнимаете у ребенка детство? То есть, что там такая необходимость в детский сад направлять ребенка. Вот. То есть, знаете как, если вы хотите видеть в ребенке своем идеальном социальном индивиде, то да, а вам не нужно предлагать. Если вы хотите, чтобы ребенок был личностью, то его все-таки лучше до школы, чтобы он был с вами. Вот. То есть, тут вот тоже, как бы вот вы хотите, чтобы он ходил в сад, да? Вот. И, соответственно, вот у вас и имеет место быть социальный индивид, который не удовлетворен своим положением. Вот. Может быть, именно потому, что он не был готов к детскому саду. Вот. Потому что, ну, по ряду причин не был готов. Вы его туда определили, и ему теперь там становится тяжело. Вот. Потому что играть как бы можно и в песочнице, во дворе там, но на улице с детьми. То есть не обязательно детский сад. Вот. А так, говорится, это всем нравится, но идти иногда не хочет. Ну да, это потому что его там не принимают. Вам-то зачем, чтобы он в детском саду был, Светлана? Подумайте об этом, подумайте. Но странно, я бы рекомендовал консультацию с психологом полноценную, да, для анализа вашей семьи, вот, семьи мужа, взаимодействия ваших отношений с мужем, обстановки, атмосферы в семье, вот. Потому что я так могу предположить только, что вы склонны, ну, у вас в семье как бы принято, наверное, что-то скрывать, вот. Я так думаю. Или делиться, но не всем. Вот. То есть, так, вы искренне любите все, но вот что-то скрывать. И иногда, наверное, давить, то есть такие завуалированные игры власти. Вот. Могу, конечно, ошибаться, но подобную модель поведения тоже нужно менять, если вы хотите, чтобы с ребенком все было хорошо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.